Все 2018 год. Ира уже 2 недели как не выпускала видео. И сейчас она придумала отмазку, почему это не было. И вот этот ролик. Во-первых, хочу сказать, что у меня были контрольные диктанты годовые. И мне надо было выровнять оценки, из-за этого я очень усердно пыталась. В итоге у меня получилось на 4. Это клево, хочу сказать. Во-вторых, у меня был выпускной, и я выпускалась из 4 класса. Мне надо было подготовиться, я часто ходила на репетицию на флешмоб, мы много пели, а 24-го наконец-то я отметила. И самая последняя причина, почему так долго не было видео, мы ездили в бассейн. Да, мы ездили в бассейн, и там сейчас кадры пролистаются, как мы там были, и даже видео. Так, скажи привет. Привет. Меня тоже снимают. Мы на канале делаем что-то. Я ничего не вижу, потому что яркость плохая. Из-за того, что на всю поездку мы, короче, едем в бассейн. Я сейчас буду все снимать, потому что я хочу сделать отмазку, почему не было видео. 2 недели. Еще один. Джек, скажи привет! Не, я лучше. Ира, помаши маме ручкой! Let me see.